Но я считаю, что выборы в России в огромной опасности. То есть вот то, что происходило, по сути дела, ставит на них крест. Но несколько выборов мы все-таки пройдем. Я думаю, что это в первую очередь, вот сейчас мы смотрим по ситуации в Жуковском, который открывает новый политический сезон выборов в стране. То есть то, что происходит в Жуковском, это, по сути дела, калька того, что будет происходить везде. И второе, это выборы в Московской области, которые уже фактически объявлены, и я намерен принять в качестве кандидата в них участие. И после этого будет совершенно ясно, в какую сторону идет система. Либо она все-таки трансформируется, и что-то там можно достичь и сделать, либо она безнадежна, и тогда нужно просто ставить крест на выборах как таковых. И по большому счету, к сожалению, тогда остается только одно место для решения политических проблем – это улица. Это печально, грустно, жалко, но это выбор власти. По крайней мере, пока она идет по этому пути. После 31 марта, спросите меня, я вам, наверное, скажу что-то больше, потому что 31 марта состоятся выборы в Жуковском, и они будут определять почерк, политический почерк власти на ближайшие несколько лет. Вот спросите меня 31 марта или 1 апреля, хоть это и день дурака, но тем не менее, посмотрим, будем ли мы нормальными людьми или, как обычно, окажемся в дураках. 1 апреля я вам об этом скажу.